Какую работу нельзя делегировать? Наверное, нельзя делегировать написание контент-плана. Ее можно совмещать. Например, только вы знаете вашу идею. Или, допустим, вы автор канала коммерции, там, вашего магазина, вашего бизнеса. Или у вас есть в голове что-то, идея канала. Вы можете пригласить меня как допустим, продюсера вашего канала, там, да, либо на консультацию прийти ко мне, там, да, либо к моим коллегам. Но вот то, что у вас в голове, как вы это делегируете? Меня очень поражают люди, которые я делаю канал, говорю, подождите, а какой у вас контент-план? Мне написали. Говорю, подождите, кто вам написал контент-план? Ну, там, SEO-шники написали. Знаете, и вот здесь я уже готов спорить на довольно интересные деньги, и вы в клубе видели скриншот, да, что это канал ни о чем в никуда. Потому что SEO-шники, там, не знаю, там, какие-нибудь там маркетологи, они напишут вам контент-план, который вы хотите видеть, а не который сработает. Которые вы не сможете окучить, потому что, ну, они просто берут какие-то ключевые слова с Wordstat, там, да, с Яндекса, вот ваши слова, там, 5-10, но все остальное, то, что можно делегировать, делегируйте. Вы должны автор, креатор, то есть у вас есть идея, вы эту идею записали на видео, все остальное можно делегировать. Но вот эта идея, и как вы ее себе видите, как этот порядок идей, оно то, что у вас есть в голове, вы не можете никому делегировать. Все остальное можно. Пора-пора вам.